Я сейчас за Волгу смотрела. Как хорошо на той стороне. Лариса Дмитриевна, разрешите пригласить вас завтра вечером в театр? Дается пьеса «Дама с камелиями» и гастроль известной актрисы госпожи Смельской. Благодарю вас, Юрий Капитонович. Но нас маменька уже пригласили. Кто, позвольте вас спросить? Господин Паратов. Паратов? И вы пойдете? Непременно пойдем.